сидишь? Чё стоишь? Чё лежишь? Я сюда. Неси эту, ключ неси. Твоя мать пиздец, у кот нажав. Сиси. На чё за сонный королев стоять? 6 утра надо вставать. Я армянам капкам заколкую. Я меня вот этот одноклассник зарегистрирую. У меня в Германии одноклассник есть. Паша его звали. Я хочу найти его. Стерим, ты чё думал, идиот? Вася, ничего нету у тебя. Блин, непонятно, можно выходить на улицу или нельзя? Кто-то говорит нельзя, кто-то говорит можно. Вроде люди гуляют. Народ, можно выходить уже? А? Вроде можно. Бежал ему. Эх, я того поймал, да? Как он и заметил, а? Я, это Мержан, знаешь, да? Конкретно он чайка, я не знаю, как ему объяснить. Когда счет приходит, он сразу говорит, у меня там деньги на карточке, можешь оплатить? Или там какая-то карточка заблокировалась. У меня в долларах постоянно отмазка, постоянно бабки просят. Наш Мир, чайка? Да, чайка конкретно ему. Ну, брат, научись говорить нет, брат. Один раз нет, скажи, все. Скажи чайкам нет. Ты тоже добрая душа. Чайкам нет, если да? Чайкуют, да, скажи нет, а, как ну, есть. Не смотри, вот, что он друг. А вот он, дед. О, салам, салам. Класс, мир. Юра, быстро, 2000, дай 2000 тенге. Там такси приехало, я не могу заплатить, у меня на карточке все. Душка, 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 дай быстро, быстро. Нету меня. В смысле нету? Есть душка? Есть, есть душка, что ты? Да, для друга ты что, брат? Западу, что ли, ё-моё? Да, да, братан. Брат, ты сам сказал нет сказать, я сказал нет. Я, что ты путаешь? Это же не чайка, это быдло, брат. Настоящее быдло. Чайка мне скажет, а быдлом не западло, брат. У нас с 20-го года, даст Бог, очень будет у нас хорошо. Что такое, Мержан? Ань, да так, ничего, странный сон просто приснулся. Фу, ты чего так пугаешь? Ё-моё. Давай спи, давай, Данка, поздно ночью, до 5 утра книги читай свои. Фу, ё-моё. Ну, у тебя вот этот стартер ушел. И плюс генератор надо сделать. А что, генератор тоже делать надо, что ли? Да, генератор, возможно, ток не подает, надо проверить, да. А цена сколько будет стоить? Ну, в общем, будет 52 тысячи тенге. Это вместе с ремкомплектом? Да, вместе с ремкомплектом, вместе, да. А что вы так делаете? Курите или что делаете-то? Да я это раньше курил, сейчас дома не покуришь, да. Ну все, меня цена устраивает, давайте делать. Берите, давайте, 12 ключ берите. Все, взял. Разводной тоже берите. Разводной взял. И фильтр все, снимайте себе. Вот здесь, да? Ага, ага. Давайте, как закончишь это, 52 тысячи мне на кашу отправишь, ладно? Хорошо, хорошо. Ты пока делай, ладно? Сейчас подойду я. Так, что у вас, ходовка, да? Говорите. Кстати, пацаны, карантин мне реально на пользу пошел. Как? Я же маску вообще не снимаю и курить бросил. Хорош, красавчик. Хорош. Я тоже не снимаю маску. Ты вообще не снимаешь? Я вот так приспособился. А ты че? Я ничего, че я? Фу, блин, ты че? Эй, завязывай тебе, пацаны. Нет, нет, нет. Вы смотрите. Че смотрите? Ничего, ничего. Дорогая, я помню, что у тебя сегодня день рождения, но так как сейчас карантин, поэтому я дарю тебе луну, закат и звезды. А еще я отправлю тебе цветы, да, точнее, смайлик цветов. Оп, получила. Это не все, потому что на днях тебе должны прийти 42 500. Это тоже от меня, да. И самое главное, ты помнишь, всегда говорила, хочу шубу, там зимой холодно, вот это все. Специально для тебя я купил тебе чай, а? Будешь зимой пить, согреваться, нормально? Спасибо, Жан, ты такой заботливый у меня. Только ты мне то же самое в прошлом году давил. До карантина. Подожди, ты что, ты не дослушала же? Я знаю. Ты всю жизнь мечтала о собственной машине.
И поэтому песня! Песня про машину! Все хотят машину, но не ты, но не ты. Все... Ну, если честно, я был бы Акимом, да? Я бы отменил вот эти вот всякие салюты, лишние вот эти дорогостоящие концерты. И все деньги направил бы на лечение и на малоимущим. Правильно. Если я Акимом был бы, да, я бы на своем районе все магазины, где спиртное продают, убрал бы спиртное, потому что от спиртного что там... брак разрушается, насилие бывает, а все фирмы, которые там работали, заставили бы заниматься благотворительностью. Вот, ребята, и вот если я был бы Акимом, да, вот, я вот вас двоих фиг на работу взял бы. Вы вообще не ежичков, там надо рубить надо, вы что, полгода максимум есть, потом уйдет тебе. Уважаемые дамы и господа, добрый вечер, меня зовут Айдана, я бортпроводник супервайзер. От имени командира и моих коллег мы рады приветствовать вас на борту авиакомпании Forice Air, выполняющей рейс по маршруту зал-кухня. Аварийные выходы расположены слева и справа по борту. Два в передней части самолета, четыре на плоскости крыла и два в хвостовой части самолета. Надуйте жилет у выхода при покидании самолета, дернув за колпачки. Поддуть жилет можно через клапаны поддува. Также в жилете имеется лампочка, которая зажигается в воде. Можно сок, пожалуйста? Да, конечно. У нас есть вишня, яблоко, томат. Какой будете? А есть абрикос? К сожалению, у нас есть только вишня, яблоко и томат. Ну, давайте тогда ананас. У нас нет ананаса. Ананасовый, да. Два стакана. Че, пацаны, футбол когда будем катать? Сезон уже открылся, можно катать. Кстати, у меня во дворе поле есть, пацаны. Ну все, давай. Сау, у тебя своя команда есть же? Да, давай, давай. 4 на 4 или сколько там? А вратаря поставим даже? 5 на 5. Все, не вопрос, давай, давай. Ты че, а че скидываешь, что ли? Своей девушке! Девушки, смотри, здесь пацаны чисто сидят, вот с нами общаются. Да просто на сайте вопрос. Ладно, фигня, пацаны, можно этот пойти, на дачу поехать, картошку посадить. А семена есть? Ну, Жан, я хочу это слышать. О, сразу на месте, да? Сразу на месте, сразу там зажарим все, замутим, блин. Хорошая, хорошая идея. Да, сейчас ты тоже подтягивайся, да, хорошо? Все, толпой прям, чисто друзья. Жан, я тебя тоже люблю и Твой несуществующий муж. Муся, что-то я пополнела прям так сильно. Да ладно, классно же. Зато представь, тебе широкое платье станет в обтяжку. Ой, там курица вообще вся обгорела. Уф. Да ладно, классно же. Выкинь всю курицу, сейчас с ресторана закажу твои любимые лобстеры. И на десерт клубнику. Одобрили? Ага, все хорошо, спасибо. А нам путевку в Сарагаш на двоих одобрили. Какой Сарагаш, Муся, ты че? Ты достойна большего? Только Мальдивы, Майами. Классно же. Слушай, так не хочу мыть посуду. А давай солифа. Кто проиграет, тот и моет. Классно же.